Всем привет, с вами Демоник, и в этом видео я покажу, как запускать игру Plants vs. Zombies 2 на компьютере именно. То есть, к сожалению, на ПК-версии не вышло, и поэтому, чтобы запустить, нам потребуется вот такой вот эмулятор. Он позволяет запускать там игры, программы, там неважно, которые на планшете именно, на компьютере. Теперь можем запускать его. Ну и сыграем один уровень. Да нет, а мне не надо, уйди. Нет, я пошутил, назад. Это реклама-то выскочила, не нужна она, ну вот. Ты, ну иди, реклама. Так, ладно. Обычный уровень пройдем. Поедем еще один. Ладно, попробуем так. Слимся, могилы, чтобы нам не мешали. Сидимся на нее. Сразу потушим его факел. Чтоб не жрал наше растение. Бананы ставят, я против верблюда по нехорошу. Thank you.
сожрет. Не, не сожрал. Успешно. Он уже сожрал. Ну, на этом все. Спасибо, что смотрели. И всем пока.